Охотники были сражены, холодов ждали, ветров, одиночеством тяготились уже, но развивались от надежды. Вот придет писец, некогда скучать будет. Не будет охоты, беспощадно рубил старшой. Ходовый писец минит эти бескромные места, местный прикончив мышей, и все, что дается зубу, тоже откатится с севера, пойдет колесить по земле в поисках корма. Что же теперь делать? Может уйти парни, сделать нарту, погрузить продукты, запрячься в лямки, и пока не глубокий снега. Сколько идти? А как тут прежде охотился? Иду, а за мной ружья несут, усмехнулся бугор, и карты не выдавали. Стопнул.